Один человек погиб и 22 получили травмы на дорогах Кировской области за минувшие выходные. Всего в регионе с 9 по 11 февраля произошло 13 аварий, рассказали в госавтоинспекции. Так, 11 февраля в Юрьянском районе на федеральной трассе «Вятка» столкнулись «Лада» и «Митсубиси». Водитель отечественной легковушки погиб, водители и два пассажира иномарки получили травмы. 11 февраля в Слободском районе не разъехались «Лада» 14 модели и «Лада X-Ray». 5 человек в этой аварии пострадали. Это 3 пассажира автомобиля «Лада» 14 модели, а также 2 пассажира «Лада X-Ray». 9 февраля в Кирове на улице Московской у дома номер 163/1 под колеса попала пожилая женщина. Ей понадобилась помощь медиков. Водитель в розыске, рассказали в ГИБДД. Сотрудники госавтоинспекции Кировской области за минувшие выходные дни пресекли 495 нарушений правил дорожного движения. В том числе были задержаны 24 водителя, управлявшие транспортом в состоянии опьянения или отказавшиеся от прохождения медосвидетельствования. 14 водителей, не имеющих или лишенных права управления транспортом.